Представители африканского континента по собственному утверждению прибыли в Казахстан, чтобы заниматься многомиллионным инвестированием в нашу экономику. В поисках подходящих проектов добрались до Шымкента. Здесь-то они и познакомились с одним из местных предпринимателей. Нигерийцы сообщили ему, что являются поверенными лицами крупного чиновника, который, увы, погорел и сел в тюрьму. То ли за коррупцию, то ли за что-то еще. И хотя африканский чиновник сидит, его капиталы, более 10 миллионов долларов, выведены за границу и готовы для вложения. Недолго думая, южно-казахстанский бизнесмен предлагает построить осетровый завод в Атырау. Нигерийцы соглашаются. Спустя несколько дней дельцы сообщили, что через консульство получили деньги, но только нелегальным переводом. И он объяснил, что деньги пришли в черных этих бумажках. А почему они так его заносят? Потому что так более безопаснее или что-то такое, чтобы сканер не проходил через аэропортские эти, не проходил. Потом нигерийцы объясняли и показывали нашему бизнесмену, как надо вновь отбелить черные доллары. Инструкция была написана, что берешь одну купюру, вторую купюру, берешь оригинал, скрещиваешь и, короче, получаешь там три этих бумажки. Положил в холодильник на 20 минут. Да. 20 минут. Потом, через 20 минут он вытащил. Да. А еще, извините, это же долларовую купюру, которую мы принесли сама. Мы записали эти штрих. Ну, не перепутай. Да, не перепутай. Мы записали. Потом вытащили. Деньги были еще черные. Да. Потом они добавили какую-то жидкость. И потом он их начал втирать. Между собой? Между собой. Да. И деньги начали белеть. То есть обратно превращаться в доллар? Да. Все три купюры? Все три купюры. Да. Все три разные штрих-коды были. Ага. Так, дальше. Дальше мы хотели, чтобы точнее удостовериться, что настоящие были купюры, пошли в обменник. После этого нигерийцы заявили, что хотят отбелить все 9 миллионов своих черных долларов, но для этого им надо 1000 оригинальных 100-долларовых купюр. У бизнесмена таких денег не было. В итоге остановились на 18 тысячах УЕ. Бизнесмен, заподозрив неладное, обратился в полицию. Нигерийцы взялись. Естественно, никаких черных миллионов у них не обнаружили. Вместо купюр была найдена кукла из черной бумаги. Ее, по материалам следствия, мошенники и планировали обменять на оригинальные доллары. Судебное следствие продолжается.